Мы разобрали с вами вот такую формулу, не так ли? А равно F умножить на S. То есть мы связали работу с силой через расстояние. Но работу можно связать еще кое с чем через время. И это кое-что обозначается буквой N и является мощностью. То есть с какой-то силой, если вы толкаете, поднимаете, неважно, что делаете, на протяжении какого-то расстояния, пути, правильно говорить, получается работа. Но также, если в течение какого-то времени вы прилагаете какую-то мощность, то у вас тоже получается работа. Да? Работа это, то есть мощность это то, насколько, ну, как бы работа за единицу времени, да, то есть мощность это работа за единицу времени в каком-то смысле. Это скорость выполнения работы, можно так сказать, да. Соответственно, сравнивая две эти формулы, вы можете найти интересные вещи, да, например, выразить мощность через силу, путь, время, или через силу и скорость. Попробуйте такие штуки сделать. Ну вот, а в остальном задачу потом. То есть мощность, кстати, измеряется в ваттах. Мощность измеряется в ваттах.